листья смородины. Кушай, Настенька, пей. Так, Яночка. Витаминный коктейль очень вкусный и полезный. Травяной чай пьют воспитанники первого детского сада Череповца. Приготовлен напиток по особому рецепту. Он часть воспитательной программы дошкольного учреждения. Она здесь специальная, рассчитана на малышей группы риска по состоянию здоровья. Поэтому здесь в приоритете санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные процедуры. Это, например, прогревание, ингаляция, кислородные коктейли и специальные уроки физкультуры. А это уже 53-й детский сад. Здесь малышей тоже не только воспитывают, но и обучают по системе Марии Монтессори. Ее программа позволяет познакомить детей самого раннего возраста с достаточно сложными особенностями мира, в том числе физическими законами. Происходит это на практике. Например, понятие «больше» и «меньше» малыши постигают с помощью специальных бочонков. Именно внедрение современных педагогических методик является главным критерием отбора претендентов на грант. Вот этот национальный проект, он, наверное, и поддерживает именно те учреждения, которые хотят не стоять на месте, а хотят что-то улучшать. Вот. И вот работа над этой программой, совместная работа коллектива, она, конечно, позволила коллективу получить очень такую мощную мотивацию, какие-то новые идеи. Возможно, теперь идей будет больше. В этом году и первые 53-й детские сады Череповца получили за инновационные заслуги по 500 тысяч рублей. Деньги уже переведены из областного бюджета. Тратить их и в том, и в другом садике планируют с умом и с учетом специфики дошкольного учреждения. На качественную оргтехнику, на прекрасное медицинское оборудование, на физоборудование для детей, детскую мебель, игровую мебель. Крупный строитель напольный. Ежегодно победителем в грантовом конкурсе от Череповца становилось всего одно дошкольное учреждение. В этом впервые сразу два. Конкурс на лучшее внедрение инновационной программы пройдет и в следующем году.